Ростов, названный нашими предками Великим, дважды за свою тысячелетнюю историю становился очагом духовного возрождения нашего Отечества. Так было во времена татарского нашествия и в годы польской интервенции. Только великий народ отличается своей способностью подниматься на ноги после тяжелого падения. Чуден и красив великий град Ростов. Когда-то его называли патриархом русских городов. Первые упоминания о Ростове относятся к 862 году от Рождества Христова. Однако, сколько ему лет на самом деле, не говорят даже самые древние русские летописи. Ростов был первым и самым крупным городом на северо-востоке русской земли и когда-то считался второй столицей Руси после Киева. А первый монастырь был основан в этих местах еще в XI веке. Давно считалось, что четыре чуда есть в этом древнем городе – Кремль, ростовские колокольные звоны, Финифть и великолепная иконописная школа. Владел Ростовом Вещий Олег, дружина которого ходила воевать в Царьград и, получив большую дань царственного города, вернулась на берега озера Нера с победой. Ростовским князем был Борис, первый мученик в сонме русских святых. Княжили в Ростове Юрий Долгорукий, Владимир Мономах, Андрей Боголюбский. Первый русский патриарх Иов тоже из Ростова. 4 марта 1238 года к городу подошли татары. В жестокой битве на реке Сыти русская дружина была разбита. Город, тогда он был деревянным, сожжен. Попавшего в плен князя Василька привели к хану и требовали, чтобы он ему поклонился. Ростовский князь отказался и был зарублен на месте. Его святые мощи и сегодня покоятся в Успенском. По легенде, знаменитые золотые ворота собора горожане утопили в озере Нера, где неизвестно, и найти их в 12-метровом слое ила сегодня уже невозможно. О тех временах помнят только вот эти львиные головы, 12 век. Легендарный богатырь Алеша Попович вполне реальный человек. Он был сыном священника, который служил в Ростове в Успенском соборе. Погиб богатырь в битве на реке Калка. Первое на Руси восстание против Орды вспыхнуло тоже в Ростове и, по преданию, именно на Соборной площади. Ростов дал России Сергия Радонежского. Он был крещен здесь, в Успенском соборе. Его родители – ростовские бояре Кирилл и Мария. Будущий игумен всей русской земли родился в селе Варница. Сегодня это окраина 37-тысячного города. Позже, в память об этом событии, здесь была заложена обитель Пресвятой Троицы. После революции Троице-Сергиев-Варницкий монастырь был разрушен, а в оставшемся храме долгое время был инкубатор соседней птицефабрики. Сейчас монастырь возвратили. Преподобный Сергий родился в то время, когда уже вымирали последние старики, кто видел и помнил татарский разгром русской земли, а в умах следующего поколения прочно сидели робость, панический ужас и страх. Но пробил урочный час. Народ собрал растерянные силы и выдвинул великого человека Сергия Радонежского. Замечательный русский историк Ключевский говорил о нем. Человек, раз вдохнувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе не чаяло, становится для него носителем чудодейственной искры, способной зажечь и вызвать к действию эти силы всегда, когда понадобятся. «Иди на безбожников смело, без колебания и победишь». Этими словами преподобный Сергий благословил молодого московского князя Дмитрия, ставшего вскоре Дмитрием Донским, на Куликовскую битву. 33 ростовских боярина погибло на Куликовом поле. Именно там русские женщины впервые надели латы, чтобы в общем строю отомстить врагам за своих мужей. Это были Антонина Пушбалская и Дарья Ростовская. Битву начал богатырь, монах Александр Пересвет. Он принял постриг именно в ростовском Борисоглебском монастыре. 70 лет назад в Ростове жило 30 тысяч человек. Было здесь тогда 5 монастырей, 40 храмов, 12 из которых сегодня уничтожены.
Мы снимали с той же точки, откуда эта фотография была сделана в начале века. А это все, что осталось от храма Леонтия в Зарове, престол которого был освящен еще в домонгольское время. Сейчас это почти что самый центр города. Сломать не смогли, а взрывать побоялись. Слишком близко жилые постройки, так и бросили. В советское время практически поголовно было истреблено ростовское духовенство и особенно монашество. Успенский собор после разорения был закрыт. Имеется опись изъятия драгоценных камней, оклада иконы Владимирской Божьей Матери XII века. Если бы этот оклад нашелся сегодня, то он стоил бы столько, что этой суммы хватило бы на реставрацию всего древнего города и даже окрестных монастырей. Приезжавшие в Ростов российские цари всегда делали большие пожертвования на местные храмы и монастыри. Кстати, основатель династии Романовых Федор Михайлович был сыном ростовского митрополита. Перед вами уникальные кадры кинохроники. Ростов, 1913 год. Приезд в город российского императора Николая Александровича с семейством по случаю торжеств, связанных с празднованием 300-летия Царственного дома. Николай II посетил Спас-Якулевский монастырь, там был отслужен особый молебен. Кинопленка сохранилась случайно, когда-то ее брали из нашего архива шведы, попользовавшись, отреставрировали и вернули. После революции она никогда не демонстрировалась в России. Недавно ее обнаружили документалисты из киностудии «Отечество». На Соборной площади слушали звоны, здесь же у входа в Успенский царя провожал будущий патриарх Тихон, в те годы ярославский епископ. Всего через несколько лет Николай II будет расстрелян со всей семьей в подвале Ипатьевского дома, а патриарх Тихон арестован за антисоветскую деятельность. Редкое фото – царь Николай и епископ Тихон. Снимок сделан на Соборной площади. А это уже ее современный вид. Усилиями отца-настоятеля игумена Сильвестра и прихожан вокруг собора сделан дренаж. Впервые за десятилетия отсюда ушла вода, временами заливавшая пол и пределы. Однако на иконостасе и фресках по-прежнему плесень. А ведь в соборе находятся мощи пяти святых – Исаии, Якова, Леонтия, князя Василька, Федора Ростовского, духовного отца Дмитрия Донского. По одной из версий, список «Слова о полку Игореве» до того, как его нашел в Ярославле Мусин Пушкин, хранился в Успенском. Собор был заложен в 991 году, не раз горел, его разрушали, грабили, но всегда он возрождался. Сегодня на реставрацию нашей национальной святыни уже нужно не менее 2 миллиардов рублей. В те дни, когда мы снимали этот репортаж, в Ростов Великий приехал патриарх, кстати, впервые за 300 лет после Никона. Период возрождения церковной жизни, период возрождения духовных и нравственных начал, нам всем необходимо возвращаться и к своим историческим корням, к православию, с которым наш русский народ прошел тысячелетний путь своей истории. Будем надеяться, что разрушение остановлено и что теперь нужно не разбрасывать камни, а собирать камни. По случаю приезда патриарха в Ростове Великом звонили колокола. Они были отлиты при митрополите Ионе Сысоевиче, строители Ростовского Кремля еще в конце 17 века. 2000 пудов весит большой Сысой, и слышно его в тихую погоду аж за 25 верст. В 20-х годах по постановлению комсомольской ячейки местной цикорной фабрики колокола как символ церковного мракобесия хотели снять, но в последний момент все же не решились. Известно, что композитор Берлиоз специально приезжал сюда послушать ростовские звоны. Почти 100 лет назад они уже были положены на ноты и были сделаны особые камертоны. Их автор – священник и замечательный акустик Аристарх Израилев. Ростов всегда был купеческим городом. Ростовская ярмарка в начале прошлого века уступала только Нижегородской и Ирбитской. Богатые купцы строили здесь красивые дома, храмы, а почетный гражданин Ростова Алексей Леонидович Кекин построил вот эту гимназию. Она и сейчас работает, однако по понятным причинам носит имя другого известного человека. В конце прошлого века в основном на купеческие деньги была проведена реставрация Ростовского Кремля. Создан музей церковных ценностей. Сегодня производственно-коммерческая фирма «Колокол»
взялась за реставрацию одного из красивейших зданий Ростова, дома купца Селиванова. В 1953 году страшный ураган пронесся над городом. Вот так выглядели соборы и башни Ростовского Кремля. Купола и кровлю пришлось строить практически заново. У жителей окрестных деревень две страсти – рыбалка и огородничество. И то, и другое связано с озером Нера. Оно мелкое, и плодородный ил с его дна – прекрасное удобрение. Сейчас его стали гранулировать и потихоньку продавать в Голландию. Правда, вода в озере уже не та, что раньше, а знаменитого ростовского карася отравили бывшие одно время в моде у местных начальников агрохимические самолеты. Но окуньки и плотва еще водятся. У озера в селе Поречье в прошлом веке жил крестьянин по фамилии Грачев, огородник от Бога. Он несколько раз награждался медалями международных выставок и даже был членом Парижской сельскохозяйственной академии. Он зимой выращивал землянику. Есть даже сведения, что ростовские крестьяне ездили на Балтику учить финнов огородному искусству. Посмотреть на такую диковинку сюда приезжал император Александр I. Теперь истинных знатоков здесь почти не осталось, однако овощи на городском рынке все равно отменного качества. И еще о Поречье. Эту колокольню здесь построили в минувшем веке, но немного ошиблись, и получилась она на пару метров выше самого Ивана Великого. Разбираться со строителями приехала комиссия из епархии, но пока гости парились в бане и отдыхали с дороги, ночью мужики корзинами засыпали два лишних метра, а поутру депутация, не обнаружив никакой крамолы, уехала во свояси. Эти фрески из храма, что рядом с колокольней. Стоит заброшенный, хорошо вот стены и крыши еще целы. Богатое было село. Зимой мороженая рыба лежала здесь прямо перед домом, горками как дрова. Тогда рыбой с озера можно было прокормить целое семейство. Недавно был возвращен церкви, основанной 900 лет назад Авраамией в Богоявленский монастырь. Последний его хозяин – Метвотрезвитель. Этот храм построил Иван Грозный в честь взятия Казани. Задумывался он как уменьшенная копия Московского собора Василия Блаженного. На время своего казанского похода царь взял из здешнего монастыря посох святого Авраамия, который получил его по преданию от самого Иоанна Богослова. Мощи Авраамия покоятся в другом древнем ростовском монастыре Спасо-Яковлевском. Тут же и святые мощи митрополита Дмитрия Ростовского, автора великолепных Чети Минеи или Жития святых, сподвижника царя Петра. Именно из Ростова после трехдневного поста и молебна князь Пожарский двинулся с ополчением на Москву, а до этого было предательство переяславцев, которые, придя с поляками, поголовно вырезали горожан и ограбили Успенский собор, по щиколотку залив его кровью ростовцев. Много великих людей и подвижников жило в Ростове. Помнят здесь Забелина, графа Уварова, Сурикова, Верещагина. Станиславский с артистами специально приезжал в Ростов репетировать для художественного театра царя Федора Иоанновича. Второй Городецкий ростовский полк участвовал за свои 200 лет во всех крупнейших сражениях русской армии, включая Полтаву и Бородино. Сегодня здесь ждут на зимние квартиры наших солдат из Бранденбургской дивизии, но невест в Ростове на всех может и не хватить. А какие мастера живут в этом удивительном городе? На одной только фабрике ростовская «Финифть» 20 членов Союза художников, 4 лауреата госпремий. Искусство расписной «Финифти» появилось в Ростове уже в 18 веке. Поначалу занимались им в основном монахи, делали кресты, панагии, украшали митры, потиры, оклады Евангелия. Это, в общем-то, единственный вид живописи, который практически вечен. Краски столетиями не тускнеют и не стираются. Со временем появились целые династии, как здесь принято говорить, мастеров-финифтяников, со своими секретами и традициями. Изделия из финифти ростовчане часто подносили русским государям, а в советское время финифтяными пластинами хотели украсить станцию метро «Комсомольская» в Москве. Но, видно, не судьба. Шло время, технология развивалась. Сегодня качество эмали даже лучше, чем у старых мастеров. Эти портреты – работы Анатолия Ефимовича Зайцева, одного из лучших мастеров Ростова. Чего только Ростов не повидал. И все равно Русь возрождалась, Ростов возрождался. И вот в наше кризисное время, когда мы в растерянности, когда, кажется, погибает наша государственность, национальная независимость даже,
можно прийти к выводу, что история наша русская не закончится ни в этом году, ни в следующем, а долго нам еще жить, и ничто с нами не поделаешь. Тысячу лет стоит Ростов Великий молитвами своих небесных заступников. Не порушили красоту ни смуты, ни враги, ни время. И сегодня он предстает перед нами, как когда-то явившийся в водах озера Светлояр и ставший невидимым для врагов сказочный град Китеж.